Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Эти люди любят разнообразие в мелочах. Буква А в этом имени несет символ первооткрывателя. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Значение буквы А в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Звук А в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Расположенность к Лене у этого имени и созерцательность затрудняет поиск своего жизненного предназначения. Они готовы пойти на самопожертвование, даже если это не является необходимостью. Буква Е считается символом естественности и гибкости. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. Активизирует воображение. Они также зачастую довольно мягкие, но иногда за этой мягкостью скрывается внутренняя угроза и жестокость. Обладатель имени иногда бывает бестактен, легко идет на конфликт. Звук Л дает людям любовь ко всему красивому. Они верны в любви и способны вызвать к себе расположение. Звук С в имени также свидетельствует о неравновешенности, частой смене настроений, капризности, чрезмерной требовательности к себе и окружающим. Люди с буквой С в имени часто в зависимости от обстоятельств меняют свои поставленные цели. Интуитивная, чувствительная, творческая личность, искатель правды, не всегда соразмеряющий желания и возможности. Увлекаясь чем-либо, человек может поддаться на глупый риск. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Внешне человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Этим людям можно верить, они верны своему слову. Буква Н в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Способны не обманываться видимостью, а вникать в существо. Люди с буквой М в имени обладают превосходным умением решать сложные задачи и проблемные ситуации. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Люди с буквой М стараются сами везде побывать и везде все попробовать. Для таких личностей целью жизни становится борьба за справедливость и благополучие. Звучание буквы С не вызывает раздражения. Из-за того, что они переживают, могут становиться филантропами. Звук Е предполагает возможность нервных срывов на почве непростых взаимоотношений с близкими людьми. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.